Фотографировать – это искусство. Искусство, которое требует профессиональных знаний. Выставить экспозицию, диафрагму, выдержку. Владимир фотографирует всю жизнь, со школы. Но работу выставляет 7 лет. Чтобы поймать момент, использует хитрости. Главный трюк – слиться с толпой. Главное в уличной фотографии – это научиться раствориться в толпе, снимать не из-за угла, то есть это мое направление, да. Когда я снимаю, меня видят. И снимок получается таким образом, как будто меня нет. То есть я присутствую среди людей, я делаюсь невидимым, они мне начинают доверять. И тогда получается интересный момент изнутри жизни, не подсмотренный из-за угла, а из центра событий, там, где они происходят. Более сотни работ 19 мастеров. У каждого от 1 до 6 снимков разного формата. Своя авторская концепция. Один изображает фразу Шекспира «Весь мир – театр, а люди в нем – актеры». Другой – контраст светлого и темного, теплого и холодного. Жанры фотографии тоже разные. Здесь есть уличные репортажные кадры, пейзажи и портреты. Красоту мира автор передает по-разному. Для меня фотография – это способ выразить себя через светопись в кадре. Для меня окружающий мир – это частицы света, которые пересекаются в различных сочетаниях. Это просто достаточно необычно, когда ты постоянно общаешься с фотографами именно в профессиональной деятельности, то есть ну, концерт всегда, фотоотчеты какие-то, и ты там с дежурной такой улыбочкой профессиональной. А тут ну, какая-то вот просто девушка совершенно летняя, ну вот интересно я сказала, ну настоящая что ли. Выставка носит название «Фоториум» не случайно. Организаторы хотели вызвать ассоциацию пространства, как аквариум или дельфинариум. Все фотографы – члены объединения «Союз журналистов». В следующем году – юбилей, 10 лет. Цель экспозиции – отразить внутренний мир каждого автора. Это возможность проявить себя как новичку, так и мастеру. В принципе, отбора никакого не было. Никакой цензуры, так называемой. То есть это был свободный выбор каждого автора. В этом и ценность этого проекта. В программе проекта планируются творческие встречи с гуру фотодела, такими как Юрий Стрелец и Николай Федорин. Любой желающий может посетить выставку до 28 октября. Даниил Лычко, Станислав Левин. События.